Мы готовимся к показу Екатерины Рождественской, Роб-арт коллекция. Показ коллекции будут очень интересные, яркие макияжи. Какие будут цвета преобладать? Цвета будут преобладать цвет хвоста, особенно в контрасте с черными, темными оттенками. Что мы увидим на показе Екатерины Рождественской? Гладко зализанные бока и потрясающие просто цветные тубы с хвостами. Довольно ярко, разноцветные, в общем, впечатляет. Поделитесь тем, что мы сегодня увидим, да? Что у нас будет на подиуме, какая коллекция и чем вы вдохновлялись? На подиуме будет коллекция The Moscovites, которая представляется уже шестой сезон. В общей сложности 12 показов было представлено на неделях моды в Москве. В этом году московиты не изменяют себе, остаются верными адептами конструктивизма. Увидите, я надеюсь, достаточно яркое шоу, которое, надеюсь, не оставит никого равнодушным. Либо всем понравится, либо не понравится. А откуда черпаете обычно вдохновение для коллег? Мне кажется, это такой самый часто задаваемый вопрос, но самый сложный. Мне кажется, вдохновение, оно всюду, от путешествия, от общения с людьми, от книг прочитанных, от пролистанных журналов, все что угодно. Макияж и прическа. Вы сами прорабатываете полностью? У меня есть два прекрасных стилиста. Один занимается мейком, второй делает волосы. И мы вместе все это придумываем. Третий год участвую на неделе моды, и в этом году хочу сказать, что наконец-то, я по крайней мере вижу ту картину, которую наблюдал на Миланской неделе моды, на Нью-Йоркской неделе моды. То есть мое личное мнение, что прически должны быть какие-то легкие, простые, прически не должны отвлекать взгляд от одежды. У меня коллекция будет о графике, о цвете и об исчезновении этого цвета и разрушении формы. Конечно, узнается ДНК бренда Дашегаузер. Это форма, это геометрия, она прослеживается абсолютно во всех платьях. И чтобы она по-летнему смотрелась, вводила легкие ткани, летящие силуэты. Но это одна из историй. А вторая история как раз... Она немножко готичная, она немножко такая агрессивная. Мы, конечно, любим быть девочками, мы любим ходить в каких-то растительных орнаментах, в складках, бантики. Но потом приходит период, когда нам хочется защититься своей одеждой. И вот как раз рок-стайл приходит нам на помощь, и это обо мне в этом сезоне. Макияж и прическа, что мы увидим? Прическа подчеркивает стилистику всей коллекции. Это гладко зачесанные в пучок волосы, пробор зигзагообразный, который своими углами подчеркивает все формы коллекции. И, конечно, это блеск, глянцевость. Конечно, мейкап – это графичные стрелки, чтобы подчеркнуть графику. То агрессия, они черные, платья черные. В общем, сказка о черном-черном. Но мне кажется, в этом определенная романтика присутствует. Can anybody stop this noise? Can anybody stop my...